Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации военного учета. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук и отметил, что правительство также зарегистрировало в Раде законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения. В пояснительной записке к законопроекту об усовершенствовании мобилизации перечислены такие предложения. Уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет и совершенствование предпроцедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Кабмин предлагает предоставить возможность военным, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней. Также в законопроекте прописано исключение срочной военной службы как вида военной службы. Так всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить запас. Также планируется установить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия. В то же время Кабмин предлагает вести базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. В законопроекте говорится о внедрении базовой военной службы по желанию от 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку. В законопроекте предлагают, что повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена граждану через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Отметим, что эти предложения еще могут быть изменены, поскольку законопроект должен рассмотреться в парламенте. Как сообщает Унян, в тексте проекта закона прописана и ответственность за неявку военкомат. В отношении граждан могут быть применены следующие временные меры. Запрет на выезд за границу, запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение права управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров и приостановка льгот и услуг от государства. Временные меры будут аннулированы по сообщению руководителя ТЦК. Кроме того, находящиеся за рубежом мужчины призывного возраста смогут оформить паспорт только после предъявления военно-учетных документов. Это касается как внутреннего, так и загранпаспорта. Напомню, что 19 декабря на пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизировать дополнительно 450-500 тысяч человек.